Их призвание – помогать, спасать и даже дарить второй день рождения. Работники скорой медицинской помощи уже в это воскресенье отметят профессиональный праздник. Только в Ульяновске больше 1000 специалистов, которые и днем, и ночью готовы прийти на помощь пострадавшему или больному. В их арсенале больше 70 автомобилей, оснащенных системой ГЛОНАСС. А 2 года назад в регионе была возрождена служба санитарной авиации. О тех, кто заботится о нашем здоровье, репортаж Ирины Шмыговой. 2-я бригада на выезд. Своевременно и оперативно отправить бригаду на выезд – главная задача Елены Данилиной. Безупречно выполнять свою работу. Уже больше 40 лет ей помогает предельная внимательность. У диспетчера порядок должен быть и в голове, и в документах. Для меня очень важно сделать все быстро, оперативно, чтобы бригада могла своевременно, вовремя выехать на вызов, обслужить больного, оказать ему квалифицированную помощь. Также оперативно трудится и бригада скорой помощи. Заступая на смену, Галина Панфилова всегда проверяет свой рабочий чемодан. Медикаменты, оборудование – все должно быть на месте. В профессии фельдшер уже больше 30 лет, которые показали, что когда кому-то стало плохо, дорога каждая секунда. А борьба за человеческую жизнь и здоровье – это не работа, призвание. Когда ты после успешной сердечно-легочной реанимации доставляешь больницу более-менее в стабильном состоянии, ты в душе ощущаешь эмоции такие возвышенные, что тебе хочется и дальше работать, и дальше помогать людям. А помогают фельдшерам в борьбе за жизнь и здоровье современные технологии, которые экономят драгоценное время. Центральная подстанция оснащена по последнему слову техники. Есть отслеживание, где машина находится, на каком этапе пациент находится, дистанционная передача электрокардиографических исследований, помощь коллегам, если есть какая-то неуверенность в результатах. Ну и, конечно, те 20 минут, в течение которых скорая помощь должна доехать до пациента, они соблюдаются. В сутки специалисты Ульяновской службы скорой помощи совершают больше 600 выездов, а их профессионализм позволяет ежедневно спасать сотни человеческих жизней. Передовиков службы поздравил глава региона, вручив героям в медицинской форме почетные грамоты. Ирина Шмыгова и Александр Осокин. Вести. Ульяновск.